Ну что, Катаны, и последнее, третье задание, которое мы получили из-за мечты Сахеля, воспоминания пустыни. Да, для этого нам надо отправиться в дюну пиршеств. Кого? Ну ладно, окей. Не будем пока внимания обращать на это. Так. Что у нас здесь есть? Так, сюда не ходить. Что здесь у нас? Здесь не пройти. О. Такс. Давайте заберем обычный сундук. Нет, фигня. Активируем этот. Да, здесь у нас проход открытый. Ну это ладно. А, вот здесь. Сюда идем. А. Странно, чтоб тут и так был проход. А. Может быть, действительно надо прям наверх? И забираем богатый сундук. Да, да, да. Все, возвращаемся обратно. И разговариваем с Ахелем. Так, вот мы и закончили три задания, которые у нас вышли при получении записки с мечтой Сахеля.